вами компания «Электромотор». Сегодня хочу вам показать безвоздушный распылитель с поршневым насосом, с заборной трубой, он не гибкий. Для чего служат такие вещи? То есть возможно распылять краску вязкую, акриловую, например, краска для потолков с большим содержанием сухих веществ. Очень востребованная у маляров вещь для покраски камня, сложных красителей для толстых слоев. АГП известная торговая марка, пользуется популярностью. Это моделька 021. Есть ряд, модельный ряд большой, отличает производительность, мощность. В комплект идет пистолет, 1/4 дюйма диаметра шланга, 16 метров идет пистолет. Удобно перемещать. Наклонили. Здесь у нас вот ручечка. Наклонили, вставили там в ведро, в емкость и сразу же пошли красить. Уровень покраски очень высокий. Востребованное оборудование. Если интересует, всегда можно написать Viber, получить дополнительную консультацию. Viber 063-426-1010. Пишите, не стесняйтесь. Мы официальные дилеры АГП на территории Украины. Можно получить и консультацию, и дополнительную скидку. В общем, компания «Электромотор». Видео снимаю с выставки. У нас сейчас выставка «Билд 2022».